Дорогие друзья, сейчас речь пойдет об известном российском актере кино Дмитрии Ульянове. Звезды российского шоу-бизнеса сообщают о том, что сегодня рано утром, находясь на отдыхе в Испании, попал в аварию известный российский актер театра и кино Дмитрий Ульянов. Он находился там со своей семьей. К счастью, семья не пострадала. Актер попал в аварию в такси, на котором добирался до отеля, где они остановились. На данный момент Дмитрий Ульянов находится в больнице. С ним связаться пока не предоставляется возможным. Никто толком не может объяснить, что же все-таки произошло на самом деле. Оставайтесь с нами, друзья. Завтра рано утром мы постараемся сообщить вам более подробную информацию о том, как себя чувствует наш актер и когда он вернется домой. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Спасибо вам, друзья, за то, что вы нас смотрите.